добавь еще, добавь консоль, и уже можно, да, подойти. Смотри, еще, если такая ситуация складывается, ты идешь, и тебя получается термин скольжения. Да, то есть ты скользишь, и тебе никак не вывести. В данном случае можно пойти по-другому, использовать прием, в другую сторону пойти. То есть, вот ты шел, развернулся. Да, а ты раз, и больше просто в этот момент воздействуй левантой. Раз, если, если мне тянуло влево, я пойду вправо. Смотри, тебя тянуло влево. Ты шел, шел, у тебя получилось просто скольжение по ветру. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, тебе надо было просто в какой-то момент немного, ну, еще побольше ряды нагрузить, больше затянуть леванту и подойти вот сюда вот. То есть развернуть чуть-чуть купол. И под... Да, и как только он начнет выходить, купол, тебе надо будет возвращаться в то же положение. И как только ты начинаешь возвращаться, рука у тебя тоже плавно уходит, отдает. Торпец отдает плавно. Если продолжишь держать, у тебя крен крест в другую сторону будет развиваться. Попробуй посопротивляться скольжению и поработать, да, вот левантой. Симметрия, боремся, боремся, оттормозили купол, значит, запротали. Оттормозили. Выживаем, держим левую, нагружаем купол правую вверх. Выживаем, нагружаем, нагружаем. И пошли назад пятиться. Подработали левой рукой еще чуть-чуть, буквально не дергаем, плавненько работаем. Больше левой. Видишь, у тебя крен сохранился. Так, пошел вперед, пошел. Больше левый подработал, у тебя крен. Да. И идем вперед. Идем, идем, идем. Идем, продвигаемся. Больше левый поджали. Идем, идем, идем вперед. Идем, нагружаем, держим левую, держим, нагружаем. Идем, 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 идем. Больше левую, больше, больше. Стоп, стоп, стоп. Больше левую держим. И назад пятимся. Левую зажали до земли. Все. Сейчас я поправлю. Купол старенький, ему тяжело просто на таких углах выходить. Но новое крыло, оно бы у тебя спокойно отыграло эту ситуацию. Для полета, ну, не знаю, если так, проверь, как у тебя, так, леванка.